Итак, ребят, привет вам очередной от меня. И сегодня у нас с вами будет на распаковочке, на обзоре нож. Давайте же посмотрим, что это за нож и как он выглядит. Давайте посмотрим. Итак, ребят, вот так вот выглядит у нас эта штуковина. И, ну да, вы правильно понимаете, вы правильно видите, тут нарисован пистолет. Честно говоря, логики я не вижу. Единственная логическая мысль, которая у меня поступает, это связано с названием, то есть Браунинг называется и данный пистолет, и данный нож, который находится здесь внутри. Итак, давайте же возьмем замечательные ножницы, вскроем и посмотрим, что там находится. Поехали. Кстати, чуть не забыл сказать, что, смотрите, упаковка, это опять же Svalbard, упаковка очень такая приятная, то есть упаковали хорошо, и плюс еще скотчем зафигачили, то есть, ну, красиво. Ну что ж, вскрываем упаковку, и вот у нас получается с вами вот такая вот интересная коробочка. Здесь написано тоже довольно так приятно, Браунинг. Ну вот как-то так, да, и ну, доставляет. Итак, открываем коробочку, коробочка здесь абсолютно обычная, а вот что внутри коробочки, меня уже, честно говоря, интересует. Итак, ну да, ребят, я был прав, просто сочетание названия пистолета и ножа поставляется вот в таком... В такой стилистике такая коробочка. Ну, все неплохо, ребят. Естественно, у нас... Сейчас давайте посмотрим, кто здесь. Ну, конечно, Made in China. Вот, большим, пожалуйста, читайте. Made in China. Ну что, что дальше у нас здесь? Ножик сам поставляется вот в такой, в таком пакетике. И давайте посмотрим, рассмотрим этот ножик поближе. Итак, первым делом, что мы с вами делаем, мы его взвешиваем, нож взвешиваем, и он у нас весит аж 216 грамм. Ну что, неплохо. Теперь давайте посмотрим, что же у нас сам этот нож нам несет. Итак, я первый раз на самом деле разбираюсь с такими ножами. Здесь он у нас пустотелый, как вы видите. Данная прищепка служит для того, чтобы... носить на ремне. Не знаю, насколько это будет удобно. И вот я бы вот так вот начал открывать или здесь начал открывать, но оно что-то не работает. Наверное, вот на эту кнопочку надо нажимать как-то и так или вот так вот. О, все, ух ты. Ребят, классно. Смотрите, вот такая вот у него форма заточки. Я его взял, ну, в том числе и из-за вот такого вот кубического кубизма, если так можно сказать. У меня тут такая фирменная тряпочка, не обращайте особого внимания. Кто-то говорил, кстати, в комментариях, что здесь уж очень много у этого ножа проблем с маслом, которое его заливают, но в моем случае масла не было. Ну что, по качеству самой сборки все выглядит достаточно круто. То есть я здесь абсолютно не вижу никаких дефектов, моментов. Значит, что с этой стороны. Единственное, вот это вот как у гранаты, рифленая такая штуковина. Ну, не знаю, насколько она интересна. Здесь, ну, он тяжелый, он металлический. Но вот эти вот сами пластинки, они не металлические, насколько я понимаю. Это уже какой-то пластик идет. Но так все выглядит довольно приятно. На ощупь, ребят, вот у меня рука не маленькая, помещается вполне четко. И ну, такой он приятный ножик, прям действительно приятный. Так, а как его складывать-то? Блин, я не знаю. А, вот здесь вот смотрите, какая-то вот... Как это назвать-то? Ну, в общем, какая-то штуковина. Вот видите, вот она. Наверное, на нее надо нажимать. Главное, не поломать руки себе. А, все, понял. Видите, там она упирается.
Вот. И, в общем, ее надо вот так вот убрать в сторону и потом складывать. Вот так вот. Оп. Он идет с натягом. Да, ребят, ну прикольный нож. Оп. Очень прикольный нож. И обратно раз. Я как раз себе рассматривал или бабочку, или вот такой нож. И, ребят, ну я рекомендую хороший нож. Очень, очень приятный. Спасибо, что были, спасибо, что посмотрели. Всем удачи. Подписывайтесь на канал. Ну и не забывайте ставить лайки данным видео. Пока.